Одни идут за днями. Двадцать первое мая. Интерес. Интерес бывает разный. Например, мне интересно, почему назван тот или иной день. 30 мая, день Евдокии. Она была дочерью Суздальского князя. С младенческих лет воспитана в духе христианского благочестия. В 1367 году она стала супругой благоверного великого князя московского Дмитрия Донского. И причем не просто там с позиции религиозной в честь того или иного святого, а с позиции народных обычаев, примет. Сегодня пекли специальные пироги, которые не ели, а раздавали прохожим. А перед этим молились, чтобы встретить хорошего человека, с которым можно было бы разделить трудовой хлеб. И когда ты всем этим делом интересуешься, то получается такая интересная картина. И насчет того, в честь кого этот назван день, чем он там прославился, что он такое сделал. Лично меня это как-то интересует, за счет чего он прославился. Вот не потому, что назван в честь того или иного святого, а как этот святой сделал себя святым. Вот это мне интересно. Что за техники он использовал? Я уже как-то говорил, что в основе духовного совершенства лежат одни и те же техники, задача которых телесную сторону уменьшить, насколько это возможно, для того, чтобы тонкие тела, тонкая составляющая человеческой личности могла проявиться в полную меру и начала, будем говорить, работать. Можно так сказать, две радиостанции у нас. Одна телесная, которая вот здесь ориентируется. И она, естественно, забивает нам все тонкие посылы. Там интуицию, еще там какие-то там вещи. И духовная сторона, которая как раз открывается в тонком видении, во снах, либо же, когда вот человек вводит себя в транс. Ну, у некоторых может и так открываться, но это очень редко бывает. Ну вот. То есть меня интересует вот эта вот сторона вопроса. Ну и, конечно же, приметы этого дня, особенности этого дня, когда народ, он говорит, заметил, что же происходит вот в этот день, как это можно использовать. Вот, например, сейчас вы видите буйство трав. Дело идет к летнему солнцестоянию. Травы сейчас самые налитые, самые мощные. Поэтому рекомендуется именно сейчас срывать большинство трав, заготавливать большинство трав. Как это надо делать для того, чтобы трава сохранила свои целебные свойства? Также интересно. Указывается насчет разных трав, как их срывать, как заготавливать.
Работа с мыслью, работа словом, проверенная народной мудростью. Вот это меня интересует. То есть интерес мой. И вот я об этом вам всем рассказываю. Можете сами почитать. Особенность нашего восприятия ума и сознания таковы, что оно далеко не всегда воспринимает полезную информацию в том объеме, в котором бы нужно ее знать, а тем более применять. Так, услышал какой-то слушок, и все на этом деле. И вот порой приходится по несколько раз что-либо прочитать для того, чтобы что-то отложилось в тебе, ты стал это понимать по-настоящему и начал все это применять, использовать. Раньше ориентировались, и важна была ориентация по дням, по погоде, для того, что от этого зависела практически выживаемость человека. Вот, если он в этом деле не ориентировался, думал, а, все хорошо, попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, а потом только хоп, а надо было в это время что-то делать конкретно, на что указывали природные явления. Они стали делать. И вот, пожалуйста, такой плачевный результат. Красота как. Вот поэтому хорошая пословица: повторение мать учения. Я для себя повторяю. Кто из вас интересуется, тот получает какие-то новые знания, новые интересы. Ползи, а то раздавят. Ползи, ползи, давай, давай. Куда, куда, куда ползешь? И в конце концов, все это можно и нужно использовать с пользой для себя. На то они и были написаны. Вот, а просто-напросто отметать. Это нам чуждо. Это нам не нужно. Этого мы не знаем. И знать не хотим. Не есть хорошо. Зацвела акация. В парке тихо. И стоит такой насыщенный запах. Разнотравья, акации. Слышно пение соловушки. Удары дятла. Все это так это сливается в такую интересную цвета, звука, картину, восприятие, обоняние, одним словом, лепота. Слышали, как дятел? Замечательно. Природные формы. Одуванчик интересный, шар. Сферы, цветочки, чистотела, одуванчик.
Добро, здравствуйте. Как поживаешь? Хорошо, а вы? Прогуливаемся. Ну да, я тоже. Тоже прогуляться? Да, я по... Ну я и прогуляться, и по делам. Тут надо кое-что сделать. Подружку жду. Счастливенько. Спасибо и вам. Лещик, здорово. Добро, здоровится. Как дела? Да, потихонечку. Как дела? Смотрю, ты там все колени мажешь и мажешь каждый день. Ага. Молодец. Ага. Уже перебрался на этот, на РЕН-ТВ, да? Или куда? Да это ж рекламу, они сами там разбрасывают. Сволочи, ага. Меня, вот да. Везде у тебя по каналу. Молодец. Ага. Ну, а это что, где, камера? Да, маленькая камера. Это ты? Да, да, да. Понял. Ну, давай. Даю. Тренировка закончилась. Какой хороший. Это что там? Голавлика. Ха-ха, долго крутился, да? Ну. А на что ж вы его? На хлебушек. На хлебушек. Как дела? Да нормальненько. На хлебушка, да? Это первый или там еще есть? Таранка. Угу. Залегали, да, в конце концов? Супер смесь готова. Супер! Супер напиточек! Его супер простота сочетается с супер полезностью. Я ничего не знаю более супер-суперская. Полезно для мужчин, женщин, детей, стариков. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!